Ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции продолжают действовать в Алтайском крае. Одна из сфер, которая находится под запретом оказания бытовых услуг, это в частности парикмахерские, барбершопы, салоны красоты. Ничего из вышеперечисленного не работает уже почти месяц. Эту небольшую парикмахерскую 20 квадратов Ксения Яскевич содержит уже 10 лет. Она владелец и по совместительству единственный сотрудник. Теперь на работу приходит два раза в неделю, просто протереть оборудование от пыли. Признается, в мае за аренду помещения платить будет уже нечем. Дело в том, что мы вообще попали в очень трудную жизненную ситуацию. Муж у меня не работает, потому что он ИПшник. Я ИП. То есть мы сидим дома. Мало того, что у нас малолетний ребенок, мы, можно сказать, сидим сейчас на шее у родителей. Бьюти-индустрия терпит убытки. Парикмахерские, салоны красоты не работают. На дому из-за эпидемиологической ситуации принимать клиентов запрещено. Забившие тревогу визажисты просят открыть салоны, обязуются соблюдать нормы безопасности. Обеспечить работников масками и бахилами, а запись клиентов проводить только через интернет. Под онлайн-петиция 1000 подписей. Можно ли парикмахерским начать работать? С этим вопросом мы обратились в Роспотребнадзор. Ну, например, вот при стрижке, при выполнении процедуры по уходу за лицом невозможно соблюсти дистанцию между мастером и клиентом, то есть не менее 1 метра. Ну и, как правило, услуги парикмахерских, они выполняются достаточно продолжительное время, да, то есть идет контакт мастера с посетителем. На сегодняшний день существующие санэпидобстановки в крае и продолжающийся прирост инфицированных, необходимо продолжать соблюдать ограничительные мероприятия. Итак, на данный момент деятельность салонов и парикмахерских запрещена до 30 апреля, и никаких «но». Впрочем, сегодня постановлением федерального правительства оказание бытовых услуг внесено в перечень наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции отраслей экономики. Значит, Ксения и ее коллеги, по сути, могут рассчитывать на безвозмездную поддержку государства, предложенную президентом. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости.